«Я с книгой открываю мир» — именно так звучит девиз второго читательского форума, организованного специалистами Центральной библиотеки имени Пичкова для учащихся с 5 по 11 классы. Для ребят провели различные мастер-классы и литературные занятия. Кроме того, состоялась встреча с окружными писателями Сергеем Тарабукиным и Владимиром Орловым. Подробности в материале моей коллеги Людмилы Сидыйской. «Свободным быть не рядом с королем, рабом у ног прекрасной королевы». В актовом зале Центральной библиотеки проходит встреча-диалог с писателем Сергеем Тарабукиным. Поэт рассказывает ребятам о начале своего творческого пути и читает стихотворение. Как вспоминает Сергей Вениаминович, первое шуточное произведение он написал своей сестре, когда еще служил в армии, а его полноценная литературная карьера началась в 80-х. «Стихи писал. Получались, не получались, это другое дело, но факт, что писал. В последнее время больше прозу писал, рассказы, миниатюры. Миниатюры тоже надо уметь писать. Ну, в маленьком, так сказать, рассказике надо какую-то мысль хорошую выразить убедительно, что о чем-то рассказать убедительно или смешно». На третьем этаже литературный экскурс. Он подготовлен к юбилею писателя Эдуарда Осадова. Такая познавательная лекция интересна ребятам старших классов. Мария Сыровенко в этом году стала победительницей школьного этапа по литературе. Девушка уверена, полученные знания пригодятся ей в дальнейшем при написании экзамена по предмету. «Вчера были очень интересные тренинги. Тренинг и лекция, викторина даже назвала бы так, тренинг по актерскому слову. Я пыталась в своей жизни несколько раз ходить на актерские студии. Мне это близко, мне это интересно. И действительно вел профессионал своего дела». Ну а для ребят помладше подготовили игру «Большому кораблю – большое плавание». Участники разделились на 4 команды, в каждой по 7 человек. Их задача – правильно ответить на вопросы по различным художественным произведениям. Как говорят организаторы, Ненецкий читательский форум проводится для того, чтобы познакомить детей с современной литературой и рассказать о писателях и поэтах. Ведь в том числе через книги они учатся мыслить и узнавать мир. «Привлечь внимание к чтению, что это очень важно в нашей жизни. Мы пропагандируем писателей, говорим, как это здорово читать, что это совершенно другой мир. Мир книги, мир увлечений, путешествий. Ну, цель – это чтение. И, как всегда, это в библиотеке происходит». В окружной столице образовательный проект состоялся уже во второй раз. В этом году его участниками стали около 300 школьников. В планах у организаторов сделать Ненецкий читательский форум традиционным. Людмила Сидейская, Сергей Качегов, телеканал «Север».